Да, Галина, мы с вами находимся на улице, на которой только что ничего не произошло. Сейчас мы спросим очевидцев этих событий. Скажите, что произошло? Ты чего? А скажите, как это произошло? Вот так вот. Я сегодня утром пришел, смотрю, ничего не произошло. Народ сразу толпился. Я внимательно присмотрелся, думаю, смотрю, ничего не произошло. Вот все, что пока удалось узнать, мы будем держать вам что? Ничего не происходит. Ничего не происходит. Мы будем держать вас в курсе событий. Галина? Спасибо, Александр. А я напоминаю, это был наш специальный репортаж с улицы, где уже 2 часа ничего не происходит. Будем держать вас в курсе. Смотрите новости ни о чем.